Российские военнослужащие во время несения службы на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе проводят регулярные тренировки по антитеррору. При отработке действий по тревоге военнослужащие из состава миротворческого контингента отработали занятие мест на стрелковых позициях с целью обороны поста, а также по перекрытию трассы с целью прекращения движения. Наблюдательные посты российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией. Также инфраструктура постов включает в себя комфортабельные жилые модули для проживания личного состава, блок-модуль для приготовления и приема пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль, оборудованный агрегатами для подачи постоянной электроэнергии. Все модули укомплектованы необходимым бытовым оборудованием, посудой, электроприборами и системами обогрева и кондиционирования воздуха.